Всем привет, друзья! Давно не снимал такую рубрику. Это китайский пакетик. Сейчас заказал. Посылки пришли где-то дней через 20. Вот такое вот количество, часть этого, что я заказал. Будем распаковывать 5 штучек. Небольшие пакетики. В некоторых я вот просто чую, как будто это не мои посылки. Давайте сейчас мы их вскроем и посмотрим. Если кто хочет заказать этот товар, то можете заказать его с Пандао. Это приложение такое, есть в телефоне. Скачиваете, вводите вот этот промокод, который вот здесь вот будет. Я вам покажу его, и вам дадут еще 200 баллов, за которые вы можете бесплатно себе заказать любой товар, какой там будет, по вашей душе. И заказ за баллы можно только заказывать с покупки от 150 рублей. То есть на 150 рублей заказали вы, потом можете уже заказывать за баллы. Также от 150 рублей вам еще начислится часть баллов, там 20-30. За 50 баллов можно купить что-то. Давайте распаковывать. Первую вот эту желтенькую посылочку прям хочу распаковать. У меня она давно лежит. Я просто ждал, чтобы побольше было, чтобы было вам интересней все это посмотреть. Сейчас мы этот уберем, чтобы нам это не мешало. Не буду я тут резать. А ну, естественно, это цепочка, которую я заказывал. Просто ради интереса, насколько она хорошего качества. А цена этой цепочки 15 рублей, что ли. Ну, в общем, смешная сумма. Вес 0,011, ну даже, ну, 1 грамм. Оценена наценка, блин, я даже не знаю, где тут оценка это, в какую сумму. Ну, в общем, неважно, я знаю, что это стоит 15 рублей. Сейчас мы это раскроем аккуратненько, потому что мне его потом придется отдавать. Так, смотрим. Вот такая вот лапка на цепочке. Тут у нас крепеж. Так, что-то здесь не то. Если можете заметить, как бы вот она цепочка, а по центру еще кусок. А зачем? Я что-то не понимаю. Либо это запасное, типа, если потеряется. Но вот такого вот качества. Это лапка. Ну, как бы по виду хорошая, но это чистый металл. Я думаю, особо с этого не будет делов. Так. Смотрим дальше. Так, нет, мы с этого не начнем. Это сильно что-то интересное, там прям тяжелое. Я даже не знаю, что это может быть. Но вот мне две посылки напрягают, которые вот еще будут на вскрытии. Я боюсь, что это будет совершенно не то, что я заказал. Это бублик. Это у нас сквиши. 40 рублей или 50 рублей. В общем, он стоит. Маленький. Ну, в ладошку помещается. Так, по фото смотрел. О, да он... Блин, клевый. Так, распаковываем. А как тебя раскрыть-то? Нашел. А где цепочка? Стоп. Мне что-то не доложили. Тут должен быть еще небольшой такой этот, типа, должна быть вот сюда такая цепочка для брелка. Так, с нее все сыпется. Ну, давайте сожмем быстро. Запах какой-то непонятный. Ну, давайте сожмем.
быстро разжимается, но все равно прикольно. Сейчас мы прям вот так вот, оп, разжимается. Окей, отлично. Но с нее все сыпется, и надо будет немножечко с ней побаловаться, потом все это исчезнет. Поехали дальше. Вот эта вот посылка. Вообще неизвестно даже, что в ней. А, так, на заднем плане могут быть звуки лишние. Не обращаю внимания, потому что от этого не избавиться. Понеслась. Да ладно. Не с той стороны открыл. Это что у нас? Рожок? Ой, это у нас рожок, но он не такой должен прийти. Смотрите, какой мне пришел и какой на фото. Как бы вы видите разницу? У него в полную руку огромный, а это что? Я его рукой могу зажать здесь и тут. 49 рублей. Это посылка. Так, вот насчет вот этого товара я скажу, можете не заказывать. Если хотите такой маленький, с удовольствием заказывайте. Так, вот здесь вот у нас имеется цепочка. Ну, для брелка подцепить. Запах чуется прям сразу, обалдительный. Фруктовый. Блин, что-то напоминает, я не помню, не знаю что. Совершенно не такой, как бара, это, как вот пончик. Вообще прям мягкий, обалдеть. Вот это вот рожок. Его можно скомкать. Вот я его даже сейчас положу. Как он долго будет подниматься. Очень медленно восстанавливает. Как вы видите. Все дело. Клевая штука. Так, что-то здесь в центре еще. А, так это. Это сама цепочка, крючочек. В общем, можно зацепить вот таким вот образом. Она даже силиконовая. Ну вот. В общем, вот так он будет на цепочке это висеть. Ну, вот это, ну, знаете, даже может и стоит заказать, потому что обалденно. Круто. Круто. Все, не будем мы затягиваться на этом деле. Поехали дальше. Распакуем вот эту. Так, что у нас тут? Ну, тут вес тоже маленький. Вот если это будет то, что я думаю, это будет слишком уже. Я за сквиш еще за один отдал 100 рублей. Если это будет такая мелочь, я не буду больше заказывать такую херню. В смысле? Панда? Сквиш? Я это не заказывал. Сказал, что, блин, что-то здесь... Не мое. Это, наверное, подарок с Пандао, я так понимаю. Но цепочки сюда не дали. Скажут, обойдешься без нее. Ладно. Жалко. Но он тоже такой же, как и рожок. Смотрите, как он... Ну, давайте сейчас его вот так вот сплющу. Ну, нет, сильно быстро он восстанавливает свою функцию. По запаху каким-то мороженым. Фруктовым. Прям фруктовое какое-то мороженое. Ну, пойдет. Пускай это будет. И оставляем напоследок. Даже не оставляем, а раскрываем вот эту вот посылку тяжелую. Не знаю, сколько она весит, там особо чуть не понять. Часы или нет. Зарядное устройство. А, ну да, да. Я заказывал к портфелю. Вообще, как бы было написано, портфель. Смотрите, можете... Смотрите, вот насчет этой посылки, можете лохануться. Сейчас вам покажу, как написано.
Смотрите. Если видно, написано рюкзак с USB зарядкой. Рюкзак 65 рублей. Это скидка была, ну то есть там со скидкой. Ну и пожалуйста. Вот вам что. Ну то есть вы заходите на этот рюкзак, а здесь пишется USB кабель к зарядному устройству для рюкзака. И зачем мне это надо? Я просто увидел, что написано рюкзак с USB зарядкой. Что и не заказать. Ну, пожалуйста, заказал. Снаружи пишут одно, внутри другое. Жалобу, конечно, не буду подавать, но все равно как-то это не по-свойски. Угу. Ну, это, в общем, тут вот так вот каким-то макаром цепляется это все дело. Вот такие вот 5 посылок мне пришли. Ребята, кому понравилось, поставьте обязательно лайкосик. С вами был Роман. Это программа «Китайский пакетик». Всем удачки, всем пока. Не забывайте про комментарии.